Уважаемые абоненты, вас приветствует Триколор ТВ. На этом канале мы транслируем инструкцию по настройке списка теле- и радиоканалов. Пожалуйста, посмотрите ее до конца. Обратите внимание, что для восстановления списка каналов необходимо выполнить новый порядок действий в соответствии с данной инструкцией. Также имейте в виду, что инструкции для разных приемников отличаются. Инструкция для приемников, поддерживающих формат HD. Нажмите кнопку «Меню». Выберите пункт «Приложение» и нажмите «ОК». Далее выберите пункт «Мастер настройки» и повторно нажмите «ОК». Обратите внимание, что на шаге с выбором региона необходимо выбрать один из двух регионов в соответствии с вашим часовым поясом. Москва плюс 0 часов или Москва плюс 2 часа. Регион основной выбирать не нужно. Теперь запустите поиск каналов и после его завершения сохраните найденные каналы. В списке «Москва плюс 0 часов» находятся каналы, которые вещают по московскому времени. В списке «Москва плюс 2 часа» находятся каналы с часовой версией «плюс 2 часа» относительно московского времени. Инструкция для телевизоров с модулем CI+. Вам необходимо выполнить ручной поиск каналов с включенной функцией сетевого поиска на частоте 12226. Подробный алгоритм настройки вы найдете в руководстве пользователя для вашего телевизора. Инструкция для приемников моделей HD9303 и HD9305. Нажмите кнопку «Меню». Выберите пункт «Поиск каналов Триколор ТВ». Нажмите «ОК». Выберите один из двух регионов «Москва плюс 0 часов» или «Москва плюс 2 часа». Регион основной выбирать не нужно. Запустите поиск каналов. После завершения поиска сохраните найденные каналы. В списке «Москва плюс 0 часов» находятся каналы, которые вещают по московскому времени. В списке «Москва плюс 2 часа» находятся каналы с часовой версией «плюс 2 часа» относительно московского времени. Подробные инструкции для каждой модели приемников вы можете найти на сайте tricolor.tv в разделе «Помощь». Желаем вам приятного просмотра!